Согласно прогнозам синоптиков, пришедшие в Латвию морозы, которые особенно сильны именно в окрестностях Даугавпилса, могут начать отступать не раньше следующей недели. В это время жители домов с печным отоплением призывают обратить особое внимание на техническое состояние дымоходов и всей системы отопления в целом. Государственная пожарно-спасательная служба и коммунальные службы города ежегодно перед началом отопительного сезона напоминают жителям, что необходимо позаботиться о безопасности своих домов, почистить от сажи дымоходы и убедиться, безопасно ли в использовании отопительной системы, приборы и электропроводка. Несмотря на это, каждую неделю поступают сообщения о пожарах в домах с печным отоплением. Согласно статистике ГПСС, засоренные дымоходы ежегодно становятся причиной около 500 вызовов. К сожалению, иногда расплатой за такую бесхозяйственность становятся человеческие жизни. На обслуживании по ЖКХ на текущий момент находится 159 домов с печным отоплением. Жителям таких квартир, прежде всего, стоит обратить внимание на изменение тяги и цвета дыма. Это два основных признака, указывающие на то, что дымоходы необходимо почистить. Игнорировать их не стоит, иначе все может закончиться пожаром. В избежание таких неприятностей, клиентам по ЖКХ стоит связаться со своим домоуправлением и подать заявку на чистку дымохода, после чего работы проведут специалисты предприятия. Владельцы частных домов о техническом состоянии систем отопления должны позаботиться самостоятельно. Однако, если у одинокого пенсионера или инвалида, имеющего статус малоимущего или малообеспеченного, нет возможности оплатить чистку засорившегося дымохода, можно обратиться в социальную службу. Каждый случай оценят индивидуально, и если будет установлено, что заявление обосновано, обязательно будет оказана необходимая помощь. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.